На канале Fox TV продолжается трансляция летнего турецкого сериала «Постучи в мою дверь», и уже известна дата выхода новой 8 серии. А пока напомним, в 7 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь» Эда начинает сильно волноваться за Серкана, так как не видела его весь день. Она решает отправиться на работу для того, чтобы узнать у коллег, куда он мог подеваться. В офисе ей говорят о том, что каждый год в этот день, 19 августа, Серкан не выходит на работу и с ним нет возможности связаться. И никто не может сказать, где он может быть и чем в данный момент занимается. Эда этого не знала и сильно удивилась. Этот день даже прозвали «Днем отсутствия Серкана», но все же есть один человек, который знает его тайну. Это его лучшая подруга и бывшая девушка Селин, которая знает про Серкана намного больше, чем другие люди в его окружении. Она с ухмылкой ответила Эде, что про этот день Серкан рассказал только ей. Когда Серкан объявился, то Эда захотела знать, что для него значит этот день и где он был. Серкан ответил, что это его личное дело. Он не любит рассказывать другим людям о тех вещах, которые он считает личными, и об этом могут знать только самые близкие и особо ценные для него люди. Эде очень понравился дом и как они все обустроили. Серкан предлагает Эде заключить спор. Девушка хочет знать, если выиграет, то он все выполнит. Серкан ответил, что готов выполнить любой ее каприз. 8 серия выйдет 2 сентября на канале Fox TV с переводом после 3 сентября. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.